Творческому коллективу телепрограммы «Казахтын жүзәне» объявлена благодарность президента Нурсултана Назарбаева. Сегодня в Акурде госсекретарь республики Канат Саудабаев вручил высшие награды в области СМИ. В числе награжденных – создатели популярного проекта на телеканале «Казахстан». Кроме того, вручены 5 премий главы государства. В числе их обладателей – главные редакторы радио «Шалкар» и газеты «АИФ Казахстан», заместитель главного редактора газеты «Панорама». Гранты президента получили 8 представителей печатных и телевизионных масс-медиа. Думаю, что это высокая оценка ваших творческих усилий, вашего замечательного вклада в становление и развитие нашей независимой Родины. Надеюсь, что впредь, теперь уже облеченные таким высоким доверием и почетом от имени главы нашего государства, будете с еще большей энергией, с еще более большей вовлеченностью и талантом служить на благо нашей общей Родины.